Сочи-2014, Кубок Конфедерации, Чемпионат мира по футболу 2018. Все это Сергей Боженюк наблюдал не с экрана телевизора. Он часть спортивной истории страны. Стать волонтером решил сам. Несколько лет назад увидел объявление в интернете о наборе волонтеров на Сочинскую Олимпиаду. Первый раз, конечно, ехал с маленького города. Ехал участвовать в планетарном событии. Много иностранцев. Немножко комплексовал. Но помогло просто, и то, что я работал раньше в школе, когда-то преподавал немецкий язык. Для Сергея волонтерство – хобби, которое дает возможность сменить обстановку. А главное – чувство удовлетворенности от того, что ты делаешь доброе дело. И он понимает, почему сегодня добровольческое движение становится популярным. Просто попытка, может быть, просто вернуть молодежь, чтобы она не сидела за компьютером, общалась между собой. Чтобы люди не забывали, что есть, помимо всяких мессенджеров, есть обычное общение, человек к человеку. Волонтеров нового поколения немного, но беседа получилась оживленной. Школьники задавали много вопросов, а Сергей с удовольствием отвечал. Ведь, как признался волонтер, его задача – показать, что каждый может не просто жить, а жить интересно и быть полезным обществу.